Крепкие хлопцы, под руки давайте, под руки зробим кола! Уважаемые, это что такое? Вы начинаете штрафовать нас. Ганьба! Не дозволит снимать протоколы. Тем не менее, да, ты еще капитан майора зарубляет. Капитан майора хочет, дайте ему майора. Майора ему дайте. Капитан, не позор милиции. Живи, Беларусь! Живи! Не позор милиции, капитан! Беларусь! За что тебе брошено? Беларусь! Живи! Беларусь! Живи! Беларусь! Живи! Беларусь! Беларусь! За наш счет живешь! На хлеб не смеяйтесь! За наш счет живешь! Ну, позор! Мы не будем больше казаться! Уходи, пока не побили тебя, то отлупят! Капитан! Дайте им капитан! Сыщик, они подозревают! Милиции вырвал наушник! Он же скачает мне працевать! Давайте, братцы, смахнемся! Ну мне 81, ребята, дайте уйду. Карманы уже общупали. Ну и собаки. Вот, долучайтесь и беритесь под руки. Пачка, доска на мне висит. Давайте, давайте, тримайтесь. Они вот там. Они с того боку, где присутствуют. Наши тут. Давай. Павел, скажите, вот ваше меркование про то, что за нас называется? Я думаю, что это уже прошли так званые выборы. Спробуют уживать гвалт. Не глядящи на то, что они объявляют свой режим оплотом стабильности, донором стабильности в Европе, вот вы бачите гвалт. Тут просто гвалт отбывается. Это ваши сотрудники, пробачьте. А кто вы? Меня штурхает локтями неведомая особа. Они не позволяют тут присутничать вместо инцидента. Точный инцидент. Причем его старают неведомые люди, которые не отмолвляются. Доставайте свою руку. Доставайте. Что, горы уже? Перестаньте толкаться. Про что? Про то, что тут зараз отбывается. Зараз пишет про такое. Димка, сюда, в колос. Он выполняет свои обовязки, то, что ему дал начальник, он нашел. А Степаевич по карману. А люди просто... Я бачу, что Степаевич по карману, уже бандиты какие. Паша, как вы это оценили? Что? Да, я бачу, что тут цисканины идут нормальные. Герой, бойцы! Ну-ка, мужики, давайте поднатиснем на агентуру! На эту! Давай, на агентуру! Живи, Беларусь! 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 Давай! Агентура, слабовато работаем! Давай! Ну что, здоровенько! Команду ФАС не дали! Будем бодаться, значит! Окуляры! Складываем. Начинается, Эш. Давайте мне заплечник. Дмитрий, ты подруги. Спуняйся, гвалт! Спокойно! Не надо скандала!
Уходим, команду дали, уходим. Агентура, команду дали, уходим. Агентура, уходим, команду дали. Не перестаньте провоцировать людей. Команду дали, уходим. Вы же и провоцируете. Выпись не макет. Ломай пару. Все ж команду дали, агентура, смотрите. Хлопцы, рушим до основной колонны, если что. Рушим, что да, до основной. Добре. Держите руки, держите по карманам. Если вы люди, вы назвали? Нет. Не вы? А что вы тут сонируете? Гуляю по городу. А чему вы гуляете у компании 10 молодёнов? Гулять в компании 10 людей. Ну, просто в вашем взрослости логичнее гулять с девчиной, а вы тут хлопцов выбрали. Девчина дома с детьми. А вы, значит, целый працовный час гуляете, да? Покуда девчина дома с детьми. Что это такое? Бачим, что некоторые супрацовники ховають свої твари.